Всем огромный привет! Начинаю свой очередной влог. Сегодня у нас уже воскресенье, 5 января. И сегодня уже так 16, 4 года как нет моей мамы. Сегодня вот такой вот день. Выгляжу я, конечно, не очень. Сегодня у нас банный день. Сегодня будем мыться, да? Так, Азам? Ай, шишечки не кончаются. Пробовала и супрастин пью, и развожу вот то средство, да, которое прописали, порошок. Ничего не получается, не проходит. Не знаю, вчера 2 укола сделали, и сегодня смотрю, уже все хуже и хуже. Я посыпаюсь этими красными пятнами. Мне прям, я не знаю, настроение такое. Неизвестно, да, от чего. Ну, по анализам сказали, что аллергия. Аллергическая реакция. И я думаю, на что у меня аллергия? Что я съела не того, да? Вспоминаю, что ела. Но никак не могу вспомнить. Что ж меня так посыпало-то? И еще у меня, помню, в больнице спрашивала, да, врач, то, что не контактировала ли я с детьми. Так вот, я вспомнила, мы же Айжаночку водили в больницу, точнее, я водила в больницу, это было почти, ну, на 3 месяца, вот, да, почти там 25-26 числа. И ее, получается, обследовали, и там же много детей. Вот я думаю, не знаю, может, что-нибудь, ветрянка, может быть, может, еще что-то. Но температуры нет. А может, я думаю, потница быть? Потница, не знаю. Я уж что только не передумала, девчонки. Столько всего, и никак и не поймешь, да? Но вчера после этих уколов было как разбитое корыто. Вчера столько стирки было. Сейчас на улицу на прогулку пойдем, может, в веранде приберемся. Немножко поснимаю, покажу, чем занимаемся. А так вот вообще, ну, может быть, еще гормональный сбой пишет, то, что может быть. Ну, давай уже не будем с соской во рту болтать. Вот, может, гормональный сбой, не знаю. Честно, вот даже смотрю, у меня даже губы белые. Всем привет! Сегодня уже другой день. Вчера у нас была банька. Я даже челочку еще пока не поправляла, не выпрямляла. Знаете, с утра я сегодня съездила опять в больницу, потому что становится все больше и больше вот этих красных шишечек. Аллергия все-таки действует на меня еще больше, да? Не знаю, какой аллерген, что я ем такого, да? Мне выписали мазь, цинковую мазь выписали, и акведерм, вроде бы такую, да, такую мазь выписали. Сначала сказали акведерм, туда, где вот эти вот прыщики появились, наносить. Тихо-тихо, доченька, дай расскажу. А потом через какое-то время наносить цинковую уже мазь. Вот, я сегодня заезжала, покупала все это. Такие вот у нас пироги. Представляете, я сегодня зашла в магазины, да? Да, Макуль, да, и расскажу быстренько. Заходила в магазин, хотела купить курочку, и ни в одном магазине курочки не было. Да, ни в одном. Не знаю, почему. Все скупили. Улыбается. Да, все скупили. Все скупили. Все купили, все купили. Да. Все купили и вообще ничего не осталось. Вот. А у меня у мужа сегодня день рождения сегодня. Ай, я его поздравила так символически. Купила ему тазик. Тазик, ведро. Сейчас покажу. И купила ему такой подарочек, как одеяло. Тоже неплохой презент, я считаю, да? Верблюжье одеялко. Сейчас покажу. Полторашка как раз ему хватит. Нормально будет. Такое нежненькое, мне понравилось. Долго думала, что подарить, и в итоге у нас одеяло все такие, ну вот, одно нормальное, да ведь, а остальные все такие уже убогие. Поэтому решила мужу подарить одеяло на день рождения. А тут у меня Макулик, 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 ну-ка не плачь, сейчас мы ногти тебе стричь будем, я уже все приготовила, сейчас будем стричь. А здесь я покажу вам одеяло, которое купила мужу. Вот такое вот верблюжье, такой тонь, ну,
козам. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте я на животик положим. Вот, пока мы на животике, быстренько покажу одеяло. Вот такое. Ой, так темно, знаете, на улице, так свет такой тусклый, мрачно так. Хотя на улице с крыш везде падает снег. У нас на улице нулевая температура. Вон там вот соседи даже. Вон снег, муж сказал за забор кидать. Вот, потому что, видите, падает, как я уже говорила. И все вот у нас падает сюда. И у нас этот вот профнастиловый забор, он косится. Вот так вот. Надо было это раньше, мне кажется, делать. Вон все с крыши падает. Вот, вот такое вот одеяло. Очень нежное, приятное. Думаю, хороший подарок. Да? Любимому мужу. Вот, а здесь доченька вся в своих заботах. Я вся в своих заботах, в переживаниях, да? Что да как, почему. Потом, сейчас надо будет что-нибудь вкусненькое приготовить, потому что день рождения все-таки как-то символически мужа надо будет поздравить. Хотела испечь торт, не знаю, думаю, конечно, пока. Может, если будут силы, испеку. А так вот одеялко. Очень болят ноги, не знаю, что такое вообще. Вот именно начиная вот с коленей очень сильно болят. Не знаю, что это. Взяла дочку на руки, покажу, что еще купила. Вот такой тазик взяла один, да, побольше. Один вот такой поменьше и вот такое вот одно железное ведро. Все это вот необходимо у нас, все нужное. Вот этот тазик верхний стоит 150 рублей, ведро 150 рублей, а вот этот вот 70 рублей, который посередке тазик. Ну вот который посередке, такого больше не было. Я бы его взяла, к сожалению, кончилось все. Дома такой беспорядок за столом. Сейчас надо прибраться. А вообще, девочки, переживаешь, конечно, за все. Потому что как не переживать? Вот так вот акридером. Здесь у меня цинковая мазь. Конечно, переживаю. Как и что, да? Сейчас. А вообще, девчонки, переживаю, от чего у меня это все возникло. Все-таки я думаю на апельсинку, да? На мандаринку, точнее. Ну, попалась я вот на такую вот плохую мандаринку. Звонила сестре, рассказывала, да, свою ситуацию, да, что да как. Так она мне говорит, оставь одну мандаринку для экспертизы. Вот так вот. Ну, я говорю, кто будет эту экспертизу проводить, да, кому не лень. Почему именно у меня, да, почему у мужа этого нет? Не знаю, вообще не знаю, даже предположить не могу. А, кстати, мне же надо еще сейчас попить полисорб, и надо попить еще пол таблеточки супрастина, вот тоже. Все, занимаемся лечением. У нас такая погода, капель, на улице очень тепло, вообще классно. Дышать так хорошо воздухом свежим. Я, кстати, мужу сделала салат мимоза, вот, ничего не снимала, девчонки. Просто как-то вот после этой аллергической реакции у меня просто-напросто нету настроения что-то снимать. Не знаю, как-то накручиваю себя, знаете. Столько всего начиталось в интернете, поэтому не знаю, какое-то вот состояние такое хреновое, так сказать. Сделала салат мимозы и приготовила макароны с подливой, с фаршем, вот. И все на этом. Поели. Чай попили. Все на этом. Вот такие у нас дни рождения. Так. Шапка так ужасно стоит. Здесь просто помпон у меня, поэтому вот как-то вот такие дела. Ну, сейчас подышим свежим воздухом. Отдохнем, так сказать. Сегодня, может, вечером кино какое-нибудь посмотрим. Если что-нибудь посмотрим, поснимаю. Если нет, то нет. Честно, вот стол сегодня не снимала, потому что такового праздничного стола и нету. Обычный будний день, да? Вот приготовила то, что обычное. Даже фрукты не нарезала, ничего. Хотя все это есть. Все в холодильнике. Когда человек болеет, вы, наверное, понимаете, да? Когда ты болеешь, то уже ничего не хочется на это. Не знаю. И вообще этот год у меня начался так вот плохо, так сказать, с аллергической реакцией.
Тяжелая девчонка. Сейчас, это для себя. Давай, папа, поиграй с нами. Сейчас говорю. Шестой резидент, что там было?